50 новых случаев заражения COVID-19 выявлено в Северной Осетии за последние сутки. По данным Роспотребнадзора, всего зараженных новой коронавирусной инфекцией в республике 6701 человек. 863 на амбулаторном лечении, в медучреждениях 28 человек. Состояние пациентов от средней тяжести до тяжелого 5740 выздоровели. Роспотребнадзор напоминает о важности соблюдения масочного режима. По указу главы республики он действует во всех видах общественного транспорта, в том числе и в такси. Перевозчикам, нарушающим масочный режим, согласно статье Кодекса об административных правонарушениях, грозит штраф до 500 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Пассажиры могут быть привлечены к административному штрафу до 30 тысяч рублей.